community. Thank you so much to the Slugs. Go look it up on Slugs Life on Instagram. And to my beautiful lady, Lauren McWhorter. Please check them out. And all the things amazing music. And that's because I love my lady. This is Alex Fetter on the guitar.
узнаю. Такая
атмосфера. У меня мурашки по коже, просто невозможно. Это невероятно. Я готова словить ее бубен вообще. Все что угодно. Боже. Какая она смешная!
капец, ее одни бедра стоят чего. Мне кажется, просто реально можно обкачаться от таких движений.
ребят, я просто в экстазе. У меня нет слов, сил. Я просто... Просто такой... О, бери свет! Боже, я не знаю, что сказать. Я просто... Я готова здесь ночевать. Просто невероятно. Это такая атмосфера. Просто невероятно. Просто LP это заряд такого позитива, такой энергетики. Просто я не знаю, у меня слов вообще не хватает, чтобы описать все это. Это просто невероятно. Вот кажется, захочешь, но переживешь такое. А когда они с этой девушкой за кулисами начали целоваться, обниматься, я просто вообще... Я даже сигаю. Excuse me, sir, could I have a set list, please? Ой, я не могу, у меня сейчас просто сердце выскочит. How about a guitar pick? No? Просто все, уже конец. Я как понимаю, больше уже ничего не будет. Уже все собираются, расходятся. Ой, боже, у меня сил вообще нету. Да, да, да. Они за кулисами стояли, обнимались и целовались. Ёлки-палки, я это видела. Но не заснялось, потому что там было очень темно. Это было просто обалдеть. Я просто готова еще раз ходить просто на этот концерт повторно, потому что эмоции просто через край. Просто невероятно. Спасибо, что были вместе со мной в этот момент. Какие парни, я не понимаю. А здесь, кстати, театр очень красивый. Ой, что-то я потерялась. Ой, боже, сил вообще нету. Я голос, кажется, потеряла, слух потеряла. Спина болит. Потихоньку уже выходят. А еще я очень рада, что оказалась прямо у сцены, потому что если сидеть на сиденьях каких-нибудь, это не та атмосфера. Но надо стоять прямо около сцены, потому что когда стоишь возле сцены, когда ты прям вот жмешь руки, просто вообще это было невероятно. Это просто, у меня нет слов. Это... Я просто до сих пор в эйфории. Мне кажется, я сегодня ночью спать просто не буду. От всего вот этого. Да, очень жаль, что она не выходит. Но, с другой стороны, я ее зато увидела до концерта. Я увидела ее до концерта, сфотографировалась с ней. И я тебя тоже. И я тебя, Надь, тоже. В общем, я уже буду собираться выходить, потому что здесь уже куча народу, а мне ехать вообще в другой город, потому что я выбралась на концерт LP со своего города, Санта-Клары, поехала в Окленд. Вот, и сейчас мне нужно ехать обратно, добираться целый час на машине.
Вот. Поэтому надо потихоньку собираться. Ой. Спасибо еще раз, что были вместе со мной. Ой, подождите, я вам сейчас покажу. Подождите, смотрите.